Шалом, драгоценные братья и сестры в нашем драгоценном Господе Иисусе Христе из Назарета. Я хотела вам рассказать не мой сон, а до сон моей дочери. Это когда было вчера. Я молилась вечером и просила Господь, дай мне, пожалуйста, сон на восхищение. Так хочу видеть сон на восхищение. И что самое интересное, она с утра проснулась, мне скорее рассказала. Получается, совсем рано она проснулась, часов, наверное, в 5. Сразу мне рассказала и, по-моему, дальше заснула. Получается, она говорит, мы с ней, с другими детьми, с нашими, и с какими-то еще братьями во Христе, которых она не знает, но она понимала, что это братья во Христе, на башне, на какой-то башне. И она говорит, такое чувство было, что как будто бы это вот последние люди на земле остались. И мы были окружены громадным числом, они там все внизу были, и они там все из пушек, из пулеметов, всякие громадные такие всякие оружия были, они пытались нас атаковать. Но я так понимаю, это вражеское войско, я считаю, что это... демоническое войско, потому что враг же нас постоянно атакует и мыслями, и там какими-то делами, и всячески постоянно в процессе дня, пока мы здесь на земле живем, мы постоянно идем в этих искушениях, постоянно проходим все эти атаки вражеские. И получается, она говорит, мы боролись с ними, и потом они, там была на лестнице наверх к нам, но ее не было видно. И они как-то ощупью нащупали эту лестницу, и мы на них огонь выливали горячий. Я так думаю, это огонь Духа Святого, бомба огня Духа Святого. Мы же молимся постоянно, бомба огня Духа Святого, на все планы сатанинские разрушаем именем Ишуа Хамашиаха из Назарета. Аллилуйя. И получается дальше... Она говорит, когда они эту лестницу нащупали, и как только они начали по ней, на первую ступень ступили, то Изабель ко мне подходит и говорит, мама, это что, уже вознесение? Я говорю, да, это уже вознесение. И она говорит, мама, мы как только враг нашел дорогу к нам, мы так сразу же и вознеслись. Вот, я хотела вас обрадовать, драгоценные братья и сестры. Так что бдите, мы не знаем, в какую секунду мы можем быть вознесены, в какую секунду этот враг найдет наши ступени, которые не видны, которые запечатаны Господом нашим драгоценным, Отцом Небесным и Ишуа Хамашиахом, Иисусом Христом. Поэтому сохраняйте себя в боевом состоянии, чтобы не впасть в теплое христианство. Во имя нашего драгоценного Господа Ишуа Хамашиаха из Назарета. Благослови вас, Господь, чтобы у всех были белые платья духовные. Как написано в Псалме, кто поднимется на гору Господа, тот, у кого чистое сердце, чистые руки, дела рук, тот поднимется на гору Господа. Аллилуйя. Так что всем шалом, до свидания.